Всем привет! Еду я на заброшенные золотодобывающие шахты. Скоро приеду. Там добывали золото. Посмотрим, поищем. Ну, наконец-то я приехал к этой шахте. Я только вышел из машины. И то, что я там увидел, меня повергло в шок. Надо отдышаться. Это реально жесть. Здесь столько золота. На этой заброшенной шахте. Давайте я лучше покажу один раз. Посмотрите. Вот такие самородки. Гигантские. Здесь россыпи. Все засыпано. Ногу некуда поставить. Кругом золото. Самородок. Россыпи. Я просто иду по золоту. Буквально иду по золоту. Еще самородок. Размером с кулак. И вот. Все засыпано. Россыпи золота. Я подозреваю, что это все сыпалось из грузовиков, которые отсюда вывозили золото тоннами. Они грузили. У них что-то падало вниз. Они это просто даже не собирали. Представляете? Масштабы той золотой добычи, которая здесь велась несколько лет назад. Ого-го. Сравните, моя рука и самородок. Но это цветочки. Вы посмотрите сюда лучше. Что я здесь увидел? Гигантский самородок лежит. Надо будет вытащить. Вот здесь из шахты бежит вот такой ручей воды. Сочится вода. И посмотрите, все желтое. Себе, сказал я себе, вот это махина. И вот столько самородков прямо у выхода этой шахты. И здесь самородки. А вот следы. Бурили, закладывали взрывчатку и взрывали. И вот такое золото добывали. Как вам? Посмотрите. Кругом золото. Кругом гигантские самородки.
ты, это что, лягушка, что ли? Точно? Жабы. А здесь крупные самородочки. Я подозреваю, это все падало из вагонеток. Или техника какая здесь ездила, я не знаю. Самородки. Они их, скорее всего, даже не подбирали. Ух ты. Самородки лежат. Там ничего не видно уже. Посмотрите на этот туннель. Они здесь все это долбили, взрывали. Следы остались. Бурили. Бурили, потом закладывали взрывчатку и взрывали. Вот столько золота здесь. Начнем потихонечку собирать. Опа. Жабы прыгают. Самородки. Самородки, золото в шахте. Это капец. Я в шоке. Бог ты мой. Посмотрите. Не зря приехал на эту шахту. Не зря. Еще самородок. Ого-го! Вот это да! Здесь уже 10 килограмм чистого золота. Я в шоке. Так, 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 так. Сюда. Пока буду складывать. И вот самородок. Бог ты мой. Вот это да. И еще золото. Как вам такая чешуя? Шуточка, конечно. Это гигантский самородок. Просто плоский. Я в шоке. Да-да. Ни хрена себе. Ох ты мой. Да.
Вот такой самородок. Здесь килограмм, наверное, 20, может быть, 30 чистого золота. Это все вываливалось из грузовиков, которые сюда подъезжали. Они здесь закидывали золото. Это падало. И осталось. Не зря проехал, не зря проехал почти 1000 километров. Килограмм 5, а может быть и 6 чистого золота. Убираем сюда. Сначала соберем крупные самородки. А потом, разумеется, будем собирать мелочь. Мелкое золото. Красавец, самородок. Ого-го, вот это я понимаю. Понадобится целое ведро. Далекий путь проехал. Устал. Надо выпить немного сока. Целая куча золота. Так. Бог ты мой. Да. Тяжеленькая. Сюда. Так вот. Это самородки. Посмотрите. Я уже показывал. Быстренько покажу так.
Голуби летают. Шахты, наверное. Ух ты, тут прям Клондайк. Приходится наступать на россыпи из золота. Ого! Пол ведра чистого золота. Красавцы! Вот это да! Вот это самородки! Разве это не красиво? Разве это не красиво? Вот столько золота я уже нашел. Это просто вообще шок. Сюда это. Ого. Начнем потихоньку добывать. Сейчас отнесу ведро золота к машине. Начнем собирать россыпи. Соберем крупные. Бог ты мой. Вот это да. Такое крупненькое достаточно рассыпное золото. Сейчас будем потихонечку добывать, собирать. Вот это да! Вот столько золота я уже собрал. Неплохо. Отлично. Маленькое начало. Мама мия, Господи, аж назад меня сдувает.